топливные баки. А, это нужно как-то поджечь. Мне и нужно. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара. Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай. Я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Путь наверх. Хорошее место, чтобы зацепиться. Я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. 77А, Джессоп. Прием, прием! Вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении. Мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва – это твой выбор. Потеря – это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Но у нас приказ. Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалиной. А это применяли в японском траволечении, канпо. Хм, похоже, пузырек не открывали уже много лет. Кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рэй. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмена? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Сигнал. Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне закончить. Да. Когда-то это было частью Яматая. Часть большого комплекса? Ух ты! Время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня Яматая. Трудно объяснить словами природу власти Императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны Императрице с той минуты, как только моя нога ступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной. Она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину, но ни в коем случае не идти против Императрицы Солнца. Это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь, об этих мрачных кошмарах, Лучше об этом не знать никому. Кто-то часто рассматривал эту фотографию. Ее постоянно складывали и раскладывали. Он не вернулся домой. Этот остров забрал слишком много жизней. Сегодня я Хоси, дочь Хиры и Кокора. Завтра же стану Хоси, дочерью Солнца. Императрица сделала свой выбор и отдала приказ. И меня уже облачили в подобающее одеяние. Любая деревенская девушка втайне мечтает о такой чести. Мать безутешно рыдает, а отец весь светится от гордости. Я никогда не видела его таким счастливым. Оказанная мне честь вознесет мою семью на вершину общества Яматая. Мы никогда больше ни в чем не будем нуждаться. И, может быть, когда-нибудь императрица даже назначит меня своей преемницей. И все же сердце мое неспокойно. Сначала я думала, что это всего лишь волнение, но тревога не покидает меня. Нет, я ни за что не откажусь от своей участи. Это навлечет беды на мою семью. Но, должна признаться, императрица меня пугает. Надо туда добраться. Кокора, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Эти развалины еще до курганного периода. Паломничество. Императрица Пимика. Джессоп! Боже мой! Ты доставила мне слишком много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Это не Леони! Что здесь происходит?